Ну а потом еще, когда борозду значит, сделали, попросили Бога, женщины стоят на поле, плетусь венок. Этот венок тоже упригоживаюсь кветками и несусь господару у село. И сколько идут до села, столько пьют дожинки. Подходят к господару в село уже, а там выходит, выносит стол. Вот этот венок несе подметок девочка. Снимает, ложит это господару. Ну, на нем же дает гроши, горелка, а вечером даже не гуляет. Вот, ну, конфеты, горелку, бабам, а девочки гроши дают. Хорошо, прям.